20 минут о красивой жизни красивых людей. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В современной моде с ее драматическими контрастами и противоречиями ультраактуальными иной раз становятся вполне обыденные предметы. Так, например, рубашка. Знакомая, привычная, понятная. В этом сезоне присутствует не только в офисах и учреждениях, но и на мировых подиумах. Рассказывает стилист Елена Чуевская. С рубашкой можно составлять, ну, миллион образов. И деловой, и повседневный, и расслабленный. В этом комплекте на рубашку надет жилет крупной вязки. Вот с таким крупным, объемным отворотом. Это тоже на пике популярности, все жилеты. Вот этот комплект очень хорошо будет смотреться с джинсами. Можно с грубыми ботинками, можно, опять же, казаки надеть. И даже, знаете, как... замшевую обувь, нубук, будет очень красиво смотреться. Рубашку можно надевать на спортивный свитшот, и тем самым мы снимем такой расслабленный вариант свитшота спорт и добавим повседневности к этому образу. Здесь получается у нас короткий рукав, сейчас тоже активно носится рубашка под футболки. Активно можно предложить носки с джинсами, или же мы возьмем брюки в клетку, это будет более деловой, такой офисный вариант. Кстати, рубашка, пододетая под джемпер или свитшот, это не только стильно, но еще и тепло. Все-таки встречаются в моде и рациональные решения. Парикмахерское шоу – это всегда очень красиво. К тому же это еще и возможность узнать о модных тенденциях еще только предстоящего сезона. Специалисты из Санкт-Петербурга, мастера причесок, укладок, колористы приготовили свое шоу для челябинских коллег. В зрительном зале оказалась и съемочная группа Beauty Time. Парикмахерское шоу – квинтэссенция творческой энергии. Представление тенденций будущего сезона, связанных с формой, цветом и текстурами причесок. Это красивое зрелище доступно лишь профессионалам. Парикмахеры – люди, представители одной из самых счастливых профессий. Поэтому все девушки будут красивые, ухоженные и с хорошим настроением. Кто действительно в своей профессии хочет больше знать, они больше интересуются и стараются работать во всех направлениях, в трендах. Нам в прошлый раз очень понравилось, мы были, и в этот раз, как предложили, мы сразу только за. Обычно в таких показах есть обучающий элемент, чтобы зрители, коллеги смогли не только увидеть результат работы, но и частичку процесса. Это не совсем стандартный мастер-класс, к которому привыкли все. Это такой больше вечер о том, не как сделать руками, а, наверное, о том, как осмыслить то, что ты будешь делать и то, что ты будешь предлагать. Вот, наверное, вечер все же об этом. Конечно, разговоров будет очень много интересных. И будем отвечать на разные вопросы. Вести беседу с залом и с нашими сердцами. Если говорить о тенденциях, то мастера-трендсеттеры предлагают обратить свое внимание на смелые цвета. Что касается форм, они будут вполне традиционными, однако не стоит это понимать буквально. Это каскадные слоистые стрижки, а с другой стороны это мужские формы в женских стрижках, то есть короткие стрижки, они очень актуальны, просто надо правильно мастера найти. И мужские стрижки будут более женственные, как бы неплохо это звучало, потому что именно каскадная стрижка для мужчин, вальс, паш, они будут актуальны. Главная тенденция современности в целом и моды в частности – это индивидуальность, то есть трактовать все, что предлагают стилисты, можно по-своему. У нас это яркие оттенки, это могут быть теплые тона, спокойные. Но вообще больше приветствуется креатив, это блочное окрашивание, растяжки цвета. У нас сейчас модно
блочные окрашивания будут, то есть тенденция идет, что блочное окрашивание все-таки помимо рассветления волос. И каждый возьмет то, что он хочет. Он увидит ту изюминку, тот нюанс, которому не хватает в работе. Новое видение следующих лет. Видение причесок, образов, одежды, макияжа. Здесь будет учтено все. То есть полный образ нынешнего поколения. Это одежда, это обувь, это поведение, это какая-то музыка. В последнее время основным трендом является индивидуальность. И на ней все строится. Вот если ты индивидуален, если ты яркий, то тебе вот все пойдет. И ты этому миру покажешь себя. Если ты скромничаешь, то тогда, наверное, вот твоя скромность тоже тебя во многом может украсть. Антитрендов нет вообще. Вот это все, опять же, на твоем ощущении. Если ты вот готов отрастить волосы, то это не значит, что это тренд или антитренд. Это вот, ну вот мне сейчас так комфортно. И так же с каждым человеком. Ты всегда хочешь показать максимум того, что ты можешь. И вот сегодняшний вечер не исключение, потому что мы предлагали максимально яркие оттенки, как мы и говорили, для того, чтобы подчеркнуть вот эти блоки, эти окрашивания, чтобы они со сцены смотрелись понятными, потому что сцена – это такое очень магическое место, оно тебя либо съедает и тебя не видно, или наоборот, ты должен быть вот во всей красе, чтобы тебя было видно и все тебя увидели. Вот для сцены эти окрашивания очень яркие, для салонной работы эти оттенки могут быть смягчены. Каждый возьмет свое, кто-то возьмет вдохновение, а кто-то возьмет какие-то формы в стрижках, кто-то возьмет техники окрашивания. Вектор парикмахерской моды на будущий сезон можно считать заданным. Благодаря этой инсайдерской информации у нас с вами есть несколько месяцев все это обдумать и осмыслить, и встретить весну во всем своем стильном многообразии. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905. Есть косметологические процедуры, которые имеют мгновенный эффект, освежают лицо здесь и сейчас. А есть такие, которые требуют восстановления, но зато обладают пролонгированным действием. Именно такие и рекомендуют врачи-косметологи запланировать на новогодние каникулы, чтобы за денек-другой восстановиться и потом ходить со свежим и молодым лицом в течение длительного времени. К их числу относится лазерное омоложение. Лазерные технологии в эстетической медицине применяются не одно десятилетие. Все эти годы ученые работали над тем, чтобы параметры эффективности и безопасности лазерных аппаратов стали более высокими. У аппаратов последнего поколения широкий спектр возможностей. Уникальность данной процедуры состоит в том, что помимо того, что улучшается качество кожи, мы можем получить усадку кожи на 20%. Также у этого аппарата есть такая процедура, как безоперационная блефаропластика. Проводя процедуру в периорбитальной области, мы уменьшаем кожный лоскут на 20%. Тем самым подтягивается верхний и нижний веки. Вектор задач, которые решает лазерная косметология, довольно широк. Это коррекция рубцов и пигментации, сосудистых звездочек и расширенных пор. Ну и, конечно же, лазеры работают в таком направлении, как лифтинг и разглаживание морщин.
Да. Есть разные программы. Лазерный пилинг, лазерная шлифовка, коррекция рубцов, коррекция стрий. Процедура лазерного омоложения безболезненная. Она проводится с предварительным нанесением аппликационной анестезии с кремом. Поэтому сам процесс проведения не сопровождается какой-либо болью. Единственное, после процедуры пациент чувствует ощущение жара на лице, которое проходит в течение первых суток. Лазерные методики в нашей стране, как и во всем мире, применяются не одно десятилетие, но у них есть и ряд противопоказаний. Об этом врач-косметолог обязательно расскажет на предварительной консультации. Модель X+, уроки стиля и практические занятия для женщин с пышными формами оказался очень успешным проектом, и практически сразу же организаторы заявили о старте второго сезона. Но с какими результатами выпустилась первая группа учениц, смотрите прямо сейчас. Сегодня вообще очень волнительный день. Это, конечно, возбуждение, волнение. Честно говоря, с утра слегка выпила пустырник. Меня вывели из зоны комфорта. Я чувствую большую ответственность, потому что работа многих людей сосредоточена сегодня. Конечно, очень волнуюсь. Волнение участниц этого проекта объяснить легко, ведь к этому вечеру они шли целых 2 месяца. Ровно столько длился первый сезон «Модель X+» от имидж-клуба «Светлана». Это новый проект нашего клуба, называется он «Модель X+», X как неизвестная. Это любой возраст, любой размер. Мы с самого начала проекта заявляли, что спустя 2 месяца участия в проекте девушки полюбят свое отражение в зеркале. Надеюсь, мы заложили зерно, это зерно попало в правильную почву. Невозможно за 2 месяца изучить и освоить на практике все вопросы моды и стиля, поэтому мы надеемся, что девушки будут продолжать это обучение. Женщины поменялись. Я вела с ними собеседование в начале проекта, и сейчас могу совершенно точно сказать, что почти все женщины поменялись, и они точно уже совсем другие, они по-другому относятся к себе, они больше себя любят, и то, чего мы хотели добиться, это любовь и уважение к себе самой. Мы добились. Сегодня здесь не только друзья и родные. Поддержать девушек пришли те, кто принимал непосредственное участие в их внутреннем и внешнем изменении. Их преподаватели, стилисты, визажисты и модные эксперты. Мы с удовольствием поработали с ними. Каждая из них заняла большое место в наших сердцах. Наша задача была собрать как так называемый total look и показать жителям нашего города и девочкам, ну и вообще всем, как можно красиво одеваться, обуваться и насколько детали имеют важное значение. Когда мы увидели девушек, увидели их образы, их фактуры, их харизмы, картинка в том, в чем они пойдут на дефиле, сложилась сама. Мы подбирали, конечно же, по цветовой гамме, которая подходит, конечно же, по фасону, которая хорошо корректирует фигуры наших девушек. Ну, мы уже не первый раз участвуем с клубом «Светлана» в аналогичных проектах. Нам всегда нравится что-то новое, интересные эксперименты. А критерий всегда один, чтобы клиент был доволен. Других критериев нет. Естественно, по цвету, по фактуре, по силуэтному решению. Владелица бизнеса и финансист, ветеринар и педагог, юрист и технолог. 14 успешных женщин, 14 ярких личностей. Каждая из них и до проекта разбиралась в моде, посещала бутики и салоны красоты. Однако люди, привыкшие к успеху, не могут без новых знаний и эмоций. И именно это сподвигло их всех на эксперимент. Сменить кресло руководителя на статус ученицы, чтобы быть еще более совершенной и в вопросах стиля. Научились верить в себя, научились вот так ухаживать за собой, за волосами, за кожей, за одеждой. Во-первых, я приобрела уверенность в себе, почувствовала себя женщиной. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, я сейчас совсем думаю по-другому, одеваюсь по-другому, даже хожу по-другому. Для меня открылся такой новый мир. То есть я как-то думала, что все это
про других людей, про других женщин каких-то с обложек и журналов. Оказывается, что это про меня. Я могу также выглядеть, ходить, мерить красивую одежду, выглядеть стильно, модно, интересно. Не изменила, скорее приукрасила, добавила новых эмоций, добавила позитивных эмоций. Мы попробовали, поэкспериментировали. Это и взрывное, это еще и для тела, это еще и для себя достаточно. Ну, такая хорошая информация, хорошая, ну, даже вот так научиться хорошо ходить, прямо стоять, убрать там горбик, который может вдруг появиться когда-либо. Ну, и потом как-то помолодеть и душой, и телом. В общем, я могу сказать, что я настолько вдохновилась этим проектом, что я сейчас уже во втором проекте. Я поняла что-то новое в новых модных тенденциях. Я стала одеваться так, когда раньше я бы так не одевалась. Нового очень много, но самое главное – это тот большой-большой фонтан эмоций, который мы здесь за эти дни, за эти занятия успели почерпнуть, искупаться в этом фонтане эмоций. Это самое главное. Но новых очень знаний много, информации тоже и по стилю, и по макияжу, и по даже мировосприятию. Вообще проект дал вот такую вот радость общения с людьми, которые, у которых общий интерес. Интерес к элегантности, красоте, жизни. Вы знаете, я себя просто почувствовала женщиной. Больше ничего в этой жизни не надо. Просто почувствовать себя женщиной. Много открыла для себя новых магазинов, которые прям вот я хотела найти, мне помогли их найти. Восторженные отзывы от гостей финала, пожалуй, главная оценка того, что этот проект, несомненно, получит свое продолжение. Это мода, красота, стиль, куча положительных эмоций. Я думаю, такого модного события в городе очень недостает. Я считаю, что то, что делает имидж-клуб Светлана, это очень важная такая миссия, что они дают женщинам реализовать себя как женщины, красиво выйти на публике. Какие они все счастливые ходят. Просто видно, что они большую радость испытывают, что это не зря они занимались, они получают удовольствие, несомненно. Если встретишь вот такую женщину на улице, от нее взгляд не отведешь. Новые знания, новые возможности, знакомства. Кто-то заводит себе друзей, обменивается информацией. Это, безусловно, очень важно. И ну, сидеть на диване всегда можно. Но лучше же интереснее пообщаться, потому что в мире столько всего интересного. Это и стимулирует, и вдохновляет очень многих женщин любого возраста. Первый сезон проекта «Модель X Plus» состоялся. Теперь нам предстоит только догадываться, каким будет второй сезон. Ведь организаторы обещают сделать его еще интереснее и насыщеннее. Кстати, стартует он всего через месяц. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1,5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ищите по хэштегу BeautyTime _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».